Всем привет, ребята мои! Маленькая аквариумная ферма. Так, очередной день рабочий на разводинке. Смотрим, кто отнерестился, делаем работу и домой. Ну, а с вами Александр. Всем приятного дня. Вот такого настроения у тачки. И пришли мне еще три посылочки с Китая. Вот такая вот кормушечка. Я не знаю, зачем я ее заказал. Если честно, ну, пускай будет. Вот эти вот краны на вот эти вот колбы. Они копейки стоят. У нас капец дорого обходится. 200 гривен один кран. Латунный, и это тоже нехорошо. А эти посмотрим, как будут работать. Ну и скребочки вот такие вот на поклейку аквариумов. Ну и будем смотреть, как они будут, удобно или нет. Ну что-то они очень маленькие. Ну, посмотрим. Ну и по неончику включаем свет. Свет включен. И вот эту пару я убрал еще с утра. Они отнерестились. Эти отнерестились. Эти нет. Эти тоже нет. Здесь полно икры. И здесь полно икры. Вот здесь самое-самое хорошее. Пропавший совсем немножечко. Здесь немножко пропавший. Ну и здесь хорошее много. А здесь, ну так, пропавшее есть. Ну, будем смотреть, как это все будет выводиться. Осталось две пары подождать. Но у меня были две самки. Скорее всего, вот это и есть вот эти две самки. Я запутался и что-то, в общем говоря, напутал. Здесь две самки, и они никак не отнерестятся. Сейчас я присмотрюсь еще повнимательней и увидим. А вот эта пара должна отнереститься, потому что это 100% самец. Ну и вот эта вот пара отнерестилась с самого утра. Икринки, ну совсем немножечко, совсем хорошей, много плохой. Непонятно почему. Дальше, вот здесь вот. Икринка есть, но они отнерестились сегодня. И есть много хороших. Пропавшей немного, отнерестились на протяжении дня. Эти две парочки еще не рестятся. Дальше. Здесь тоже есть хорошая икринка. Ждем до завтра, пока проклюнется личинка. Тогда будем выливать ее. И здесь. А здесь много хорошей икры. Плохой совсем-совсем немножечко. Вот как можно видеть. Это очень хорошо. Ну и готовился я к съемке. И моя очередная лампа длинная сгорела. Ну и вот такой вот прожектор у меня один был, который я должен доставить вон туда, и выручает меня сейчас здесь. Ну и посмотрим на неончика, личинку. Здесь они вот прячутся и понемножечку кушают. Кушают все хорошо, пузико белые. Коловратка в помощь. Катушечки справляются с погибшей коловраткой. И вот так вот они, вот видите, от света им немножко кружится голова. Ну, хорош. Личинка есть немного с первого нереста, но есть. И это уже очень-очень даже таки и хорошо. Здесь вот малек сыпется капитально. Вчера делал подмену, позавчера делал подмену. Ну, сыпется, и непонятно почему. Осталось уже совсем немножко малька, и кормлю, и питания здесь хватает, и вода чистая, и орация вон люкс. Но что-то не хватает. Гурамкам все зашибись, и вот эти анцитрусы чутка побольше, тоже все классно. Здесь делал подмену, но вода вот видите какая. Но я поставил свежую губку. Надо выдержать время, чтобы вода просветлела. Этот аквариум с малечками, все хорошо, прекрасно питаются и растут. А вот это уже неончики, которые отнерестились. Ждем еще 6 дней и снова на нерест. Здесь тоже что-то баланс не настраивается, непонятно почему, но будем ждать.
и Скалярия. Скалярия еще не отнерестилась, но красавчики вот такие вот плавают. Очень красивая рыбка. Я вот доволен. Вот смотрите, как освещение падает и какая она красивая скалярошка. Ну, пускай будем ждать очередного нереста. Ну и по вот этим вот ребятам, которые у меня суматранские и алые. Из суматранских отнерестилась только вот эта вот пара. Эти молчат и эти молчат. Алые, так никто совсем не отнерестился. Ну, ждем до завтра и посмотрим, как и что будет с ними. Вот эту пару сейчас убираю и икринку оставляю. А остальные пускай дальше нерестятся. Ну и начинаем заниматься вот этими вот колбами, которые вот здесь вот надо просверлить отверстие и вставить вот этот вот краник. Он работает как что поднять, что опустить. Ну и вот такие вот две резинки, не надо ни силиконить, ничего. Посмотрим, будет бежать вода отсюда или не будет, давления никакого, но надо просверлить отверстие вот здесь вот и установить вот этот вот краник здесь и в вот этой вот колбе. А эту тоже сейчас перезапускаем. И вот я заделал вот такую вот штучку. Прекрасно работает, нигде не течет и все хорошо, но без косяков я не могу, третьей колбы нету. Что я с ней сделал? Сверлил отверстие с одной стороны, шуруповерт ударил, в руках не удержал, и оно лопло. Я думаю, просверлю с второй стороны. Та же история. Ну и потерял я одну колбу. Надо будет как-то ее отремонтировать, но силикона нету, и не успел я сегодня тоже его купить, потому что магазины уже были закрыты, но... Пока мне достаточно вот этого, а это будет на ремонт. Что-то алые гоняют, вот самки висят высоко, убегают от самцов, но потом еще посмотрим. Парочка суматранских уже на своем месте жительства и немножко подменил водички. Подменил водичку вот здесь. Медузка плавает себе. И, ребят, убрал я себе на производ немножко зеленой дернюшки. Конечно же, я сделал оплошность снова. Много ее продал и оставил себе вот такое вот количество. Это зеленая с синими полосками. Ну и желтая. Также надо убрать, конечно же, отсюда какую-то зеленую. Где-то она была. Вон там одна и одна розовенькая. Надо их убрать, потому что они пойдут на нерест в скором времени. Ну и подменил у Тернешки воду. И где-то еще подменил, уже забыл. А, у малышей. Вот этих вот малышей. И прекрасно они себя чувствуют. Также надо вот убрать вот этих вот самочек. Это все, ребят. Самки, самцов нету, и скорее всего у этих неонов там тоже одна пара, то есть две самки. Ну, надо будет подкупить самцов немножечко. Убираю сейчас вот этих на свое место жительства, или даже не знаю, куда их убрать, но скорее всего уберу вот сюда вот. Здесь мало рыбки, и она будет себя чувствовать хорошо. Также, ребят, надо вот убрать немножко личиночки у этих вот родителей. А то я смотрю, личинка есть, а синих рамок у меня нет. Ну и тоже аквариум готовим под этих и убираем неонов. Работаем дальше. Папашка метушится, ищет и остатки личинки собирает в кучку. Завтра, возможно, еще уберу их. И убрал, конечно же, их здесь немерено.
Но они вот все попрятались по уголкам, вот везде, 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 где только можно. И вот эта личиночка, она еще маленькая-маленькая. Сейчас попробую я приблизить какую-то, но здесь их, конечно же, много. Вот видите, ползает маленькая-маленькая личиночка. Она еще не питается, желтоплочный мешок на месте, но в скором времени будем ее кормить солоноводной коловраткой. Посмотрим, как будет расти на солоноводной коловратке, потому что на инфузории это очень-очень долгий процесс. Ну и будем смотреть, как эта рыбка будет расти. Но количество ее там приличненькое есть. Также хотел еще сегодня убрать вон там вон барбусню к этой, потому что они по размеру одинаковые. А ее там немного, это, по-моему, суматранцы. И здесь кто-то, не помню кто у меня здесь, но тоже какие-то из барбусов. Я вот не помню, или алых осталось что-то, или не осталось первого нереста, но не помню, если честно. Но это какие-то из барбусов. Также будем надеяться, что вот эта вот рыбка вся отнерестится, но не факт. Ну и ждем еще один нерест одной парочки неончиков. Скорее всего, это будет завтра. Что-то я так думаю. На сегодня, ребят, работа окончена. Вот еще одна лампа сгорела. Я не знаю, почему вот эти 60-сантиметровые лампы горят как бешеные. Вот эти у меня уже давным-давно. Но, скорее всего, это как только гарантия кончается, я смотрел по чекам, хотел сдать вот эти мои лампы. Но они уже не годятся на сдачу, так как срок год прошел, и они все погорели. Ну, надо переходить, конечно же, на прожекторы, но это еще один стимул ног к этому, что надо вот сюда, вот завтра купить прожекторы. Также вот эту вот всю стоечку я хотел этими старыми лампами заделать, но уже нет. Ну и на сегодня как-то так, ребят. Всем хорошего дня. Вот такого настроения. Удачки и пока.